Здравствуйте, дорогие друзья! В цикле программ «Сквозь судьбы» мы встречаемся с деятелями искусства, культуры, России, Удмуртии и не только. И они рассказывают нам о своем творческом пути. Но сегодня выпуск программы будет необычным. Дело в том, что Ижевск впервые посетила звезда мировой эстрады, французская певица Патрисия Каас. В нескольких городах России она представила новое шоу. Кстати, первыми его увидели зрители Лондона и Нью-Йорка примерно полгода назад. Называется концерт «Каас поет Пиаф». Французская актриса и певица рассказывает в этой новой программе о творческом пути великой своей соотечественницы, певицы Эдит Пиаф. Так вот, эксклюзивное интервью во время визита Патрисии Каас в Ижевск мы записали благодаря организаторам ее гастролей, Центральному развлекательному управлению. Также я особо благодарю переводчика Дмитрия Коваля. А еще хочу сказать отдельное спасибо съемочной группе телеканала «Моя Удмуртия», а кроме того, маленькой воспитаннице мадмуазель Каас по имени Текила, которая не проронила ни звука во время нашей беседы. Впрочем, вы сейчас все сами увидите. Добрый вечер. Бонжур, мадемуазель Каас. Вы представляете здесь новое шоу «Каас шант пиаф». И примеряете на себя образ великой певицы. Как вам пришла эта идея? Откуда она родилась? Alors déjà, c'est la première fois que je vais chanter dans cette ville. C'est une grande première. Ну, прежде всего, нужно сказать, что в Ижевске... Ижевск. Je sais même pas le prononcer. Ижевск. Патрисия говорит, что в Ижевске она поет первый раз, и очень сложно произнести название города, и для нее это большая честь выступать у вас. Alors, l'idée de Каас шант пиаф... Почему Каас поет пиаф, почему это спектакль? Просто потому, что в этом году исполняется 50 лет со дня смерти великой Эдит Пиаф. Но я хочу сказать, что это была не моя идея. Это была идея людей, которые меня окружают, мои коллеги, люди, с которыми я работаю, а также, которые являются моими друзьями. И я думаю, что это surtout... Ну и я пошла на это, решила сделать этот спектакль в большей мере потому, что люди, которые меня окружали, они почувствовали именно этот момент, что я готова сделать это. Основная идея – это открыть публике песни Пиаф, которые она уже знает, а также и новые песни, которые незнакомы были не только для публики, но и для меня самой. Я отдаю дань уважения ее эмоциям, потому что она была характерной певицей. Но и также присутствует песня, где я почитаю память Эдит Пиаф этой песней. Уже просочились такие ваши слова, что потрясающая жизнь Пиаф и немного грустная. Грусть – ваше отношение к этому как к источнику для артиста. Disons que... C'est ce que j'appelle une expérience de vie. Ну, вы знаете, говоря о грусти, я здесь все-таки хочу проассоциировать, приравнять грусть к жизненному опыту, потому что именно жизненный опыт помогает правильно интерпретировать и исполнить и в эмоциональном плане песни. Мы говорим с вами о грусти, а ведь на самом деле Пиаф была в жизни и очень радостным, веселым человеком. И я, например, когда готовилась к спектаклю, смотрела интервью с Пиаф, читала много о ней, я почерпнула то, что она была очень радостным, жизнерадостным человеком. Чувствуется, как вы любите эту певицу, в России тоже относятся к ней, как к великой, к Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, она была, во-первых, сильной личностью, но в ней была и некая хрупкость. И все это дает потрясающую аутентичность, как самородок, очень своеобразная женщина. Конечно, во время концерта даже есть голос Эдит Пиаф, она присутствует на концерте. Но я, как певица, отдаю дань уважения ее эмоциям, ее радости, ее страданиям. А что, может быть, служит для вас источником вдохновения? Какие-то другие виды искусства, путешествия,
общение с близкими. Что прогоняет вашу грусть? En même temps, la tristesse... Вот мы говорим о грусти. На самом деле грусть – это красивая эмоция. Это, понимаете, это с человеческой точки зрения. Мы привыкли ассоциировать, что грусть – это нечто такое, от чего нужно убежать, но на самом деле это может быть красиво. Après, j'aime faire les choses... У меня есть о каких увлечениях я могу сказать. Это мои друзья, это моя семья. Это моя собачка. Это моя квартира. Я очень люблю заниматься своей квартирой, декорировать, украшать ее. В вашей звездной карьере после самого такого успеха «Мадмуазель Шантлаблю» и вот сегодняшнее шоу «Кас Шант Пиаф», какой поворот судьбы вы считаете самым решающим вот на этом пути творческом? Очень сложно ответить на этот вопрос. Конечно же, это люди, с которыми я встречалась на протяжении всего этого времени. Но я бы, наверное, вот сейчас, если вы мне задаете этот вопрос, я бы сказала, что больше всего изменила свой взгляд на саму себя та автобиография, которую я написала 2 года назад. Это была своего рода терапия, которая привела к тому, что я изменила свой взгляд на саму себя. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des chansons. Вы упомянули «Мадемуазель Шантлюблю». Патрисия Кас говорит о том, что она испытала большую любовь зрителей во время уже самого начала, и это дало ей много эмоций и много желания продолжать то дело, которое она начала. Мы будем ждать, и, возможно, в России появятся ваши следующие книги. Может быть, вы еще напишете, расскажете какие-то свои, откроете тайны. Не знаю, но я уже много рассказала уже той биографии, которая у меня есть. У нас просто говорят, талантливый человек во многом талантлив. Но вы знаете, у меня есть вот этот талант делиться любовью со зрителями, с людьми, делиться эмоциями. Я уже имею это, и я думаю, что мне этого уже достаточно. Последнее. Музыка, песня. Невозможно в свое время была без радиостанции. Я вас немножко обманула. Я не только телеведущая, я еще и радиоведущая. У нас радиостанция 10-летний юбилей отмечает. И мне хотелось бы попросить вас, радиослушателей, поздравить радиостанцию, может быть, какое-то свое видение значения радио высказать. Конечно, радио – это очень важно, потому что как люди могут открывать для себя музыку? Как можно передавать эту музыку людям, если как не через радио? Другой момент – это французский язык, французские песни, потому что все-таки это другая страна, здесь есть некий такой языковой барьер. Ну и потом от радио зависит очень многое, потому что, например, играет иностранная песня, допустим, французская, она незнакома, потом она играет на следующий день, через день, и таким образом человек, радиослушатель, запоминает ее, напевает, крутится у него в голове. Мои песни, наверное, могли бы быть чаще распространены по радио. За неимением такой частотности по радио я много езжу, я ищу любовь и дарю любовь, и получаю любовь от публики в залах, во многих городах. Вот этим я делюсь эмоциями и любовью со зрителями, получаю то же самое в ответ. Я вам желаю хорошего дня рождения вашей радиостанции и хочу поцеловать вас и всех радиослушателей и всю вашу команду, пожелать вам хорошего 10-летнего юбилея. Merci beaucoup, mademoiselle Patricia. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели специальный выпуск программы «Сквозь судьбы» с участием Патрисии Кас. Пусть судьба будет добра и к вам. Всего хорошего. До свидания.